Поднимайтесь поскорей, рассчитайтесь по порядку. Приглашаем всех зверей на веселую зарядку. Упражнение началось, ноги вместе, руки врозь. Раз, два, три, четыре. Ноги выше, руки шире. Кто придумать бы полог, если нет ни рук, ни ног, что поставить шире? Как к вопросу подойти? Ноги выше, это три или все четыре? Всем занять свои места. Рассчитайтесь по порядку. Есть зарядка для хвоста. И для хобота зарядка. Пусть удави длинный хвост, выгибается как мост. Раз, два, три, четыре. Хобот выше, уши шире. Так, вот мы начали делать беговую дорожку вокруг нашей спортивной площадки, которую Геннадий Александрович, я и еще некоторые товарищи, его друзья помогли нам сварить. Вот мы сделали много всего. Ворота, стоечки. Вот. И теперь делаем вокруг, потом песочек будет, оттрассирована вся, соответственно, спортивная площадочка. Сегодня у нас работает трактор для выравнивания спортивной площадочки. Вот, выравнивается у нас площадочка. Конечно, это стадия еще, но все будет сделано. К весне будем бегать. Все уже ноябрь месяц. Вот, сегодня 27 сентября 2011 года. 12-го. Что-то я уже совсем запутался. Нам надо будет вот, на ступнички с этой сторонки. Геннадий Александрович нарубил сегодня дров и потерял топор. Так, мы выкорчили вон тот пенище. Вон пенек огромный. Вот, тащили его вон туда, вернее экскаватор. Засим. Пока, до свидания.